День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И это обзор и маленькое-маленькое прохождение игры ВВВВВВ. Вообще-то она уже старенькая, и прохождение, по идее, на нее уже сделано 135 тысяч. Но я решил проверить, потренироваться со своей новой программой, которая может теперь записывать нормально даже такие игрушки. И если вам понравится, я могу сделать полное прохождение игрушки, она коротенькая, и если не засиживаться на суперсекретных, там нужно такие медальончики собирать, их очень тяжело. Но если просто пройти игру, то ее можно пройти очень-очень быстро, она очень интересная и веселая. И всем, кто пока что не играл, очень советую. И все это вот выдержано в таком вот 8-битном стиле. Шикарная музыка, вся история преподается текстами. И чтобы просто сейчас не засиживаться, я вам расскажу. У космонавтов что-то на станции случилось, какая-то авария. Они все решили телепортироваться, но потерялись и при телепортации. И видите, то есть остался только наш товарищ. И очень-очень интересно в этой игре то, что мы движемся от экрана к экрану, и мы можем двигаться влево-вправо и пробелом изменять гравитацию. А то есть мы можем прыгать вверх или вниз. Мы не можем подпрыгивать, как в нормальных платформерах, мы просто меняем гравитацию. И давайте пойдем дальше и посмотрим. И вот это вот как бы туториальный левел. Здесь у нас чекпоинт, которого мы касаемся, и начинаем падать. Вся игра построена на, скажем так, метроидвении, а то есть вы ходите по большому миру, ищете все, у вас, считайте, весь мир открыт, просто нужно в нем найти то, что вам нужно, чтобы пройти дальше. И сейчас вот пока что, конечно же, загадки и все-все-все задания, которые нужно сделать, они относительно легкие. Так, и давайте вовремя это нужно сделать. Оп, оп. Так, хорошо. Эти платформы, например, будут исчезать. И в конце концов, вся-вся-вся игра очень сильно вам давит на реакцию. И вот у нас наконец-то появилась карта. И как видите, вот этот вот большой серый кубик, это вся карта, которую мы откроем, когда побегаем по ней. И куда нам нужно пройти, так это туда. Так, хорошо. И когда вы находите на карте телепорты, вы можете их активировать и уже путешествовать по карте не пешком, а по телепортам. Это очень-очень удобно. И игра шикарно-шикарно продумана. И хотя она кажется такой ай-яй-яй. Хотя она кажется такой маленькой, но она очень-очень четкая, очень красивая, музыка шикарная. И она в стиле еще Супер Митбоя, а то есть, если у вас на уровне 255 смертей, это еще не значит, что это плохой уровень. Это значит, что вы только что его увидели. Ай-яй. Или поторопились, вот как я сейчас сделал. Так. О. Давайте пробежим. И пока что, да, конечно же, загадки не особо сложные. Чекпоинты лучше не пропускать. Но вот тут вот, например, они уже похитрее будут. Так, хорошо. И теперь мы можем, конечно же, сюда пойти. И одна из вещей, которые мы здесь найдем, это вот эта вот медалька, которую мы можем собирать. Если собрать все, будет что-то такое особенное. Но это для людей с крепкими нервами и с кучей-кучей времени. Но мне хватило уже просто того, что я прошел эту игру, которая очень-очень сложная, особенно в конце. Так, фух. Ага, отлично, медальку собрал. Но теперь как... Так, теперь нужно вернуть... Да, я собрал, да, ну хорошо, неважно, медалька собрана. И теперь, чтобы пройти дальше, нужно по тем же платформам, по которым мы пробежали сверху, нужно пробежать снизу, а то есть... Оп, и теперь ждем пока, а? Не торопимся. Угу. Если вы слышите, то музыка шикарная, она... Так, очень-очень динамичная, очень-очень классная. Единственное, что здесь можно заметить, это то, что управление чуть-чуть лагает. Мы... Это вот... Если представить себе... Да, я про него забыл. Если просто представить себе там миллион, да, то... но вот эта вот единичка из миллиона, это будет то, что вы заметите. Ненавижу эту штуку.
но все равно оно чуть-чуть заметно, и поэтому я вам советую просто не торопиться. Тут нету такого ощущения того, что вы и вправду, например, как в Супер Митбое, можете все пройти на одном дыхании, знаете, просто разбежавшись и все порубить. Нет, тут потихоньку пробежали, остановились. Управление не позволяет вам полностью разбежаться и там начать вытворять всякие фокусы. Так, и теперь нужно еще вспомнить, куда мне нужно было бежать. Вот так, все хорошо. И как видите, игра может быть иногда очень-очень запутывающей, потому что приходится все-таки ориентироваться вот это вверх-вниз, вверх-вниз, а еще попозже уровни начнут изменяться. Да. Ага, так. Так, нужно я сказал, нужно подумать, не умирать. И в этом видео я пройду. Так, хорошо, значит, мы здесь можем просто пробежать за ним. До первого телепорта встречусь с доктором, который меня проводит. И что вам здесь нужно сделать? Вам здесь нужно спасти своих людей, которые потерялись вот здесь, вот в этом мире. Но как только вы спасете их, у вас будет специальный дополнительный, очень-очень сложный уровень, который, вправду, очень-очень интересно проходить. Так, все. И вот мы дошли до телепорта. И давайте его используем. Если вам интересна история, то останавливайте, конечно же, видео, читайте. Я не буду на этом останавливаться. И если только буду делать прохождение, то подольше буду зависать на этом. Да, понятно. Нам нужно спасти 4 людей. Доктор нам объясняет, что, как делать. И вот он нам показывает 1-й, 2-й. О, да, этот уровень, я его ненавижу. Честно. Этот еще больше ненавижу. Это... В этой игре очень тяжело полюбить что-то, потому что оно жестоко-жестоко сложное. Но это такая любящая ненависть, когда... Вот как с Супер Митбоем. То есть оно настолько честно и классно сделано, настолько четко продумано, что это очень-очень интересно проходить. Всем советую попробовать, и давайте сделаем так. Если вам хочется, чтобы я сделал полное прохождение, просто оставьте лайк. Если наберется 100, а то есть, ну, 100 людей и вправду скажут, да, нам хочется, 100 лайков я сделаю. Все, тогда давайте сейчас нажмем еще раз так. Все, хорошо. И теперь вот мы прошли туториал, и у нас полностью открыт мир. Так, давайте посмотрим. Я здесь, и вот по всему этому миру нужно будет пробежаться, найти 4 людей, может быть, найти вот эти вот медальки. И это уже будет, если только в прохождении. Но я говорю большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.